И на что это может быть похоже? Бабочка. Да, действительно, бабочка. А бабочка у нас это что? Измена. Разлука. Ладно, танцуешь. Может, потанцуем? Эй, извини. Я замужем. Так. А есть вот так. Мятная свежесть. А? Ой, Маш, твой вот цвет. Да мне с детства зеленый-то идет, а? Приходите к нам вечером на чай. Хорошо. Обязательно. Маш, ты с нами? Нет. Нет? Пойдем, Асень. Все, пока, девчонки. Пока. Пойдем. Маш, да не надо мне. Аккуратно. Вот это дом. Мама? Да. Давай сумки. Да. Очень ясно. Сумки, багажник. Ого! Мам, а что это за дом? Новый сосед построил. Видел, какой домину отгрохал? А когда? А почему вы мне не сказали? А как у тебя здесь открывается-то? А? О, так. Давай мне сумки. Так. Как? Давай, хорошо. Так. Все, сама не бери. Сейчас папу позову. Сейчас, я быстро. Привет! Генка! Сто лет тебя не видела! Ген! Привет! Смотри-ка, отлично выглядишь! Ты тоже! Так изменился, вообще возмужал! Тысячу лет тебя не видел! Гена, вот если бы ты мне чаще звонил, то все бы про меня знал! О! Ты женат? Ты же говорил, что никогда не сдашься! Ну, знаешь, не вечно же тебя ждать! Ты, я смотрю, он тоже замужем! Смотри, учись, все делается очень легко. Видишь? Теперь я в разводе, а? В смысле?
Это фишка такая, чтобы в городе никто не приставал. Очень удобно. А, юмористка. Давай с чемоданами помогу. Ну, давай. Ух, чё у тебя там? Всего понемногу. Ясно. Слушай, а может, вечерком на пустырь к нам зайдешь? Мы там шашлыки будем жарить. Все наши будут. Ну, у нас с Маринкой просто годовщина. Маринка жена? Ну, да. Здорово. Конечно, зайду. Легко. Ну, отлично. В салоне все замечательно. Мы сделали новые буклеты и визитки. А ты, значит, вот этим вот креативным визажем, визажом, всем этим руководишь, да? То есть бухгалтерией, документацией, налогами. Ну, не я одна. Я же набрала молодых, хороших девчонок. Все делаем вместе. Но последнее слово всегда за мной. Хорошо устроилась, да? А мне жалко, что ты после училища в художественную академию так и не стала поступать. Ведь это была твоя мечта. Мам, зато я на этих бабочках отлично зарабатываю. Все шутишь. А в детстве ногти-то грызла, а? Пап. Что, пап? А мальчика ты на работу берешь? Есть у тебя кто-нибудь? Кто? Есть. Электрик Алексей Иванович. Вот такой мужик, мам. Правда, просыхает, когда надо лампочку поменять. И все. Ась, я серьезно. Замуж-то когда? Мам, когда будет за кого? Ну, что я сделаю? Ну, таких, как папка, уже нет. А заводить себе домашнее животное в виде ленивца на диване как-то не хочется. Все, спасибо большое, мамочка. Я так вкусно давно не ужинала. Слушай, а ребят тебя там не заждались? Костик про тебя спрашивал. Ну, иди развейся. Ну, если Костик спрашивал, так... Пойду собираться. Ну, может, хватит? Не помешаю? Ну, пап, ты помешать не можешь. Кстати, помоги выбрать, в каких мне кроссовках пойти. В черных, но с оранжевыми шнурками. Или в бело-оранжевых, но с белыми шнурками. А не замерзнешь? Что, в городе сапоги нынче не в моде? Пап, кроссовки – это наше все. Раньше только туфлях ходила. Каюсь, была не права. Устала? Понятия не имею. Лучше об этом не думать. Я же кручусь, кручусь. А вот если остановиться, то... Поберечь себя надо, дочка. Обещаю. С завтрашнего дня. Отшучиваешься все. Ну, а почему бы и нет? Ведь меня никто всерьез не воспринимает, да? Я же, как это, птица-говорон. Или нет? Я мотылек. Ну, все же так думают. А все ошибаться не могут. Так,
Тогда бело-оранжевые. Они ближе к природе. Пап, хороший выбор. Так. Ася, даю тебе 5 минут. Не больше. Между прочим, мог бы у нас спросить, хотели мы видеть свою компанию абсолютно чужого нам человека. Марин, почему чужого? В одном дворе выросли. Угу, пока она в город не укатила. Я тоже нашел мне подругу. 2 года ни слуху, ни духу. Ну что, Ася-то придет? Кто такая Ася? Видели мы сегодня с тобой с утра на рынке. А, это она? Ребят, ну давайте, годовщина. Да. Я мои, поднимем бокалы. Дорогая жена, да. Я тебя поздравляю. С годом совместной жизни. И я тебя. Ура! Ура! Ну, целуй. Костя. Что-то не горит у нас, ребят, ничего. Пап, рассказывайте, что это у вас за новый дом по соседству, а? Что тут рассказывать? Купил человек землю, построил дом. Тоже мне событие. Не, ну, конечно, событие. Мы с ребятами все детство в этом овраге гуляли. Это почти наша земля, пап. Почти, дочка, не считается. Ну, ладно, и как вам этот новый сосед? Да мы его толком и не знаем. Угу. Не местный, олигарх какой-то. Он какой-то дом выстроил. А забор не закончил. Так что живность к нам ходит. Ой, какая у него козочка. Нам бы такой петь, да? Так, спасибо за завтрак. Все, я гулять. Штаны теплый одень. Тебе здесь не город. Слушаюсь. О, Костик! Привет! Привет! Что, под ноги смотреть не пробовала? Нет, а что под ноги смотреть? Вон, на небо надо смотреть, там хоть солнце есть. А, да, принцесса земли не касается. Да? Принцессы летают. Да, и не ходят к друзьям на шашлыки, хотя и обещают. Каюсь. Но я просто так долго собиралась, что я неожиданно для себя уснула. Ну, ой, что сделать? Ладно. Так скажи, не хотела тусить с деревенскими друзьями. Изменилась, гордилась. Вот что городская жизнь делает с деревенскими людьми-то. Кость, какой ты проницательный стала. Ну вот просто меня сразу разгадала. Ну перестань, я на самом деле так уработалась в городе, что просто решила приехать сюда отдохнуть. А тут у вас, конечно, такое... Вы настроили, да, у вас тут? Чего? А чего тут? Ась, ну это называется наступление цивилизации на природу. Ага. Ну оттяпал мужик. Наш обрыв. Родители тебе не рассказывали? Нет, не рассказывали. Нет, конечно, он размахнулся, да, вообще так. Здесь раньше такой прекрасный вид был, была дорога к берегу, а теперь что? А вообще, интересно, он здесь все это законно построил или нет? Ой, не знаю, мы как-то об этом не думаем. Ну, построил и построил. В документы же к нему не полезешь. Это ты не полезешь. А я с удовольствием бы посмотрела его разрешение на строительство. Эй, молодежь! Вы что здесь делаете? Ничего! Ничего? Ну-ка, брысь отсюда! Брысь отсюда! Это частная территория! Все же мне частная территория. Давай, давай, давай! Ничего! Козёл! Чего ты радуешься-то? Да, ничего. Ну, просто, как и раньше, каждой бочке затычка. Кость, спасибо тебе за комплимент. Ты настоящий друг. Пожалуйста. Пойдем, я тебе покажу, что у нас тут изменилось, что новенького. Ну, давай.
Сколько? Вышел из 30. Отлично. Видал, жена? Победу посвящаю тебе. Слушайте, у вас так здорово. У нас в городе, конечно, так не погоняешь. Ну, у вас в городе. А у вас в деревне только так и погоняешь. Что ж, привыкай. Красавица. Марин, ты что, забыла старую подругу? А? А ты что хочешь, чтобы мы здесь бегали, прыгали, еще ладошь покнулась? Смотри, не видно, какая Аська вернулась. Ну что, можно побегать и попрыгать. Я всегда любила спорт. Кстати, будете в городе, заходите, сделаю скидку. Да ладно, ты что? Маникюрша? Нет, почти. Я владелец салона. О, ничего себе. Ну что, девчонки, кто со мной кататься? Я пас. Меня укачивает. Да? Не хотите? Ну, как хотите, а я всегда любила ветер. Кость, держись, спасибо. Слушай, а прокатишь меня вокруг деревни? Давай, держись только за меня. Давай. Видела? Ты видела? Что видела? Бросы его! Такие были в последнем номере. Ха-ха, да слушай, я тебя умоляю, это подделка. Такая же подделка, как и вся она. Гена, притормози! Притормози! Ты любопытная. Слушай, а мы никак не можем поближе подъехать к этому дому? Нет, там болото дальше. А вон он идет. А что он, интересно, делает? Да мусор, наверное, выносит. Да ну. А вдруг у него в этих пакетах расчлененка, а? А вдруг он вообще маньяк, Ген? Ну, у тебя фантазия. Что дальше делать думаешь? Борщ. Жуть, как захотелось маминого борща. Сейчас приеду домой, попрошу ее сделать. Я про маньяка. Да ничего, подождет. Я с ним потом разберусь. Тоже мне понастроил тут. Ну что, Ген, поехали? Заводи мотор. Дави на газ, потому что тормоза Гена придумали трусы. Я в конкурсах не участвую. Ну, давай. Мне папа говорил, доча, ты вне конкуренции. Вне конкуренции. А я бы вот посоревновалась с тобой в страсти ума. Только я что-то вижу, ты без оружия, по-моему, да? Марин, ну твои шуточки эти из интернета. Прекрати. Давай, мир. А че мир? Я с тобой не ссорилась. По крайней мере, пока. Ну что, девчонки, может, не спи? Спасибо, еще задену кого-нибудь. Марин, ты что такая капризная? Ну ничего же не изменилось. Мы с тобой в детстве в одной песочнице играли. Ладно, ребят, все. Спасибо. Пойду прогуляюсь. А куда? Ребят, как неловко получилось. Да, Вера, гостю, принесу. Ась, стой! Гена, ты куда? Ась! Гена, алло! Да? Да, сбрось-то. Как куда-куда? Вон? Пойду проведу нашего маньяка. Вдруг он уже где-то труп зарыл. Ну ты чего, здесь же болото. Гена, настоящие герои всегда идут в обход. Слушай, я вообще не поняла, что они за ней побежали? Ну что, как думаешь? Что? Есть у меня шансы какие-то? А, с ней? Не, она сумасшедшая. С ней ни у кого нет шансов. Погнали. Сумасшедшая. Ну что, ваша коза ушла? Ты рот свой держи на замке. Чего? Ничего. А ты кто такой, чтобы мне рот затыкать? Муж. Ага, муж. Объелся груш. Лен, пойдем домой, у меня ноги замерзли. А вы куда? Домой. Садись. Поехали, проедешь. Поехали. Thank you.
Ой. Дорожишь? Ну-ка, подержи. Дай сюда. Какого? Тебя понесло по льду. Держи. Из вредности. Чего? Ты идиотка? Мешай. Мешай, мешай. Просто раньше это мой обрыв был, а теперь ваш. Я здесь все детство провела. Я здесь секретики закапывала. У меня, между прочим, здесь клад зарыт. Клад зарыт? Секретики у нее. Тебе сколько лет? Скоро 27. Понял. Секретики. Ну да. Знаете, мне все говорят, что я ребенок. И я раньше воспринимала это как комплимент. Теперь понимаю, что я просто безответственная и инфантильная. Я как-то тонула, мне так страшно было. Я же еще ничего не успела в жизни сделать. Когда дом строили, я нашел это. Подумал, чей-то секретик. Не знаю, почему сохранил. А вот тебе на. Хозяйка нашлась. Может? Спасибо, что не выкинули. Знаете, что это? Это письмо в будущее. Я сама себе написала. Дорогая взрослая Ася, привет. Пишет тебе Ася, которой завтра исполнится 12. Мне так хочется узнать, как там у тебя дела. Я вчера разбила коленку и порвала новые брюки, которые мама купила мне на 1 сентября. Мама ругалась, сказала, что уже пора становиться взрослой и ответственной. И я бы хотела понять, как это. Но пока не получается. Ты уже совсем большая. Жаль, что не можешь дать мне совет. Да. Могу. Спасибо. Спасибо, что спасли. Я, наверное, лучше пойду. Куда ты пойдешь? Посмотри на себя, сиди. Я тебе сейчас чай дам крепкого. С травкой. А ты мне еще раз письмо прочитаешь.
Здравствуйте. Возвращаю ваши вещи. Хотите узнать, может быть, я заболела, а? Может быть, у меня вообще воспаление легких? Я тебе в чай таких травок добавил. Теперь никогда болеть не будешь. А чем вы тут занимаетесь? Тебе мама, папа никогда не говорили, что до тяжелого нельзя дотрагиваться? Простите, пожалуйста, я сейчас все подниму, простите. Давай сюда, давай сюда. Откуда у тебя руки растут? Лупу дай. Слушайте, тут... Крашечка. Слушайте, простите, тут... Извините, я не специально. И вот еще. Все? Да. Иди. Простите еще раз, я... Приятно было пообщаться. Здравствуйте, да, я хотела бы заказать колбу. Да, возможно это сделать? Сейчас я вам скажу, какой артикул. Секунду. Так, вот, артикул 253-Б-748. Да, отлично. Хотела приехать. Приезжай. Привет. Привет. Гулять пойдем? Гулять? А, пойдем. Пойдем. Только можешь 5 минут подождать? Ась! Это тебе. Спасибо. Я быстро.
Хорошо, что ты остался. Угу. Я подумала, свежий воздух, лес. И, может быть, мама права, мне действительно нужен отдых. А у тебя, наверное, в городе полным-полно женихов, да? Ой, Кость, какие женихи? Ну, у меня вон салоны, отчеты. Вот и все мои интересы. Я просто подумал, мы могли бы, ну, я мог бы устроиться на работу в городе. Угу. Где-нибудь поближе, и мы могли бы чаще видеться. Ну, наконец-то. Наконец-то. Дождался. Да. То есть ты не против? Ну что ты? Красиво. Ась, ну что я такого сказал-то? Ась! Местные шпаны. Да ладно. Слушай, пойдем на снегоходах покатаемся, а? Дашь порулить? Да куда тебе рулить? С такими ногтищами-то. О, гляди, прям картины. Ну ладно. Вон мама жалеет. Говорит, растила художницу, а вырастила лакировщицу. Че это лакировщица? Я вон татушку по твоему эскизу, как картину на выставке показываю. Ух ты! Слушай, ты ее все-таки сделал? Ну да. Ну что, там Маринка поесть приготовила? Может, зайдете? Ой, спасибо вам. И самовар починил, и чаем напоили. Я так довольна. Пожалуйста. Совет вам да любой. Обращайтесь. Спасибо. Заходите еще. Ну что заходил-то? Да так. Ладно. Слушай, давай тогда в следующий раз покатаемся, погуляем. Костик, пока. Че, малой, есть пойдешь? Ну, пойдем. На, лопату в гараж поставь. Пахнет уже. Чего она опять хотела? Ты все успокоиться не можешь, что ли? А тебе, я смотрю, приятно, да? Что? Ну как внимание. Такой независимой и недоступной городской девушке. Слушай, Марин, мы с ней с детства дружим. Только я вот что-то в город за журавлями не полетела. Осталась здесь с воробьем в руке. Ты думай, что ты лепишь. А что тут думать? Все понятно. Молодая, красивая, независимая. Никакого тебе быта. Не баба, а мечта. Все вы, мужики, одинаковые. А столько пальцем помани. Что-то у меня аппетит пропал. Пойду прогуляюсь. Прогуляйся. Алло. Привет, Ася. Ты где? Ты что, плачешь, что ли, опять? Ладно, стой там, никуда не уходи, сейчас буду. Какая же грязища. Пыльно вообще, все валяется. Ну, как ты здесь живешь, а? Мил, не пытайся перетащить меня обратно в город. Не получится. Мы были бы вместе, мне было бы намного спокойнее. Мне здесь очень хорошо. Я себя здесь прекрасно чувствую. Честное слово. Салон. Креативного визажа? Ты серьезно? Все, спасибо. Чуть-чуть пересолила. Ну а
говорю я тебе, она всеми вами играет. Слушай, я знаю таких. Строит из себя овечек, такие легкие, воздушные. Понимаешь, а вот такие вот идиоты, как вы, за ней бегают и тешат ее самолюбие. Нет, я уверена, она сейчас уже обхаживает моего Генку. Или, не знаю, какого-нибудь другого идиота. Змея. Марин, ну что делать, а? Ну, она правда мне нравится, и она уже почти ответила мне взаимностью. Да ладно, прям так сказала? Да. Ну, не так, ну почти, ну как-то так. Кость, вот в том-то и дело, что как-то так. Послушай, у нее таких вариантов, как ты, ну просто сотня. Она всех держит на коротком поводке, но никого не выбирает. А ты знаешь почему? Почему? Да потому что муж ему и нужен. Ты что думаешь, она сюда приехала? Она же его с детства любит, а детские чувства, они самые сильные. Вот она и хочет их вернуть. Не знаю, ты, Марина, ну закрутила вот как обычно, ничего не поймешь. Ой, ничего. На моей стороне штамп в паспорте, ну и ты. Ты же, я надеюсь, на моей стороне, да? Не знаю. Я вот это сейчас не очень поняла, что значит не знаю. Да, на твоей. Ну и все. Тогда иди, найди моего мужа и привези его домой. А звонить не пробовала? Я обиделась. Ты что, серьезно? Да ему же в обед 100 лет. Вась, нет, ну, конечно, просто странно все это как-то. Правду говорят, любовь зла. Ген, я прошу тебя, никому не рассказывай. Просто мне больше не с кем поделиться, кроме как с тобой. Да ты че? Могила? Генка, как мне ему понравится? В смысле? Ну, меня же серьезно никто не воспринимает, Ген. А тем более он. Да, Васька, ты не можешь мне нравиться. Ты что творишь, а? Про Маринку забыл уже, да? Малу, ты что, охренел? Кость, ты чего? Пойдем, мужики, поговорим. По шапке давно не получал. Ребят, прекратите! Ребята, вы что? Костик! Ген, все, ты успокойтесь! Уже. Все, Костик, все, хватит! Я... Ребята, вы с ума сошли! Успокойтесь! Ребят! Что успокоить? Ребята! Ну все, хватит, остановитесь! Вы с ума сошли! У вас там просто троянская война за Елену Прекрасную, папуль. Визжат безумно. Сейчас прольется кровь точно. Поганцы. Ну ладно. Пап. Но подождите. Прекратите! Остановитесь! Все! Успокойтесь! Успокойтесь! Я сказал! Я сказал, отойди от них! Успокойтесь! Слышно, слева! Только встань! Пошел! Тихо! Убери руки, я сказал! Убери руки! Ну-ка, покажи! Все нормально! Все! Орлы стервятники! Хорош! Ша! Отошел от него! Ты как? Нормально. Нормально? Все в порядке? Да. Подойди отсюда. Подожди, я... Давай. Я не хотела. Я понял, я знаю. Иди, маме папе привет. Я не виновата. Я верю. Честно. Верю. Иди. Все, пока. Так. Давай. Подожди, ну ты же должен понимать, что я все равно рано или поздно обо всем узнаю. Отстанешь ты от меня, нет? О, класс какой. Хорошо, я сейчас тебя последний раз спрашиваю. То есть ты мне ничего не рассказываешь? Ну что ж, не расскажешь, ты расскажешь кто-то еще. Захар. Я тебя 100 раз просил не называть меня так. На. Я выхожу замуж. Куда? Ну, и кто же такой смелый, что тебя возьмет? Ну, пап. Ну что, пап? Ну, и хороший парень. Очень хороший. Я не поняла. Подожди, ты всегда был против моих женихов. Ну, милая моя, время идет. Ты выросла. Thank you.
Я так понимаю, это из-за нее, да? Ты была права. Ага, то, что надо. Здорово. Здесь распишитесь. Звоню, когда доеду, сразу же. Алло, алло, Маш, я на несколько дней задержусь. Можешь сама решить все эти проблемы? Марш, заблудились? Я перезвоню тебе. А, я к берегу шла, ну просто по привычке, здесь же раньше дорога была. На берег шла? Да, но не совсем, не совсем. Я хотела сказать вам спасибо. Мне опять повезло, что вы были рядом. А ты любишь, да? Когда мальчишки за тебя дерутся. Девушка с бабочками на ногтях. Знаете что? Это вам за порчу имущества. Спасибо. Только мои колбы из закаленного стекла были. Ты о чем? Смотри, что я в мусорке нашла. Знаешь, если бы ты не хотела, чтобы твоя дочь рисовала, не надо было ее в детстве в художественную школу отдавать. Да не в этом дело. Ты посмотри, кого она нарисовала. И артист какой-то. Угу. Артист. Мужик из соседнего дома. О, точно, похож. Да я тебе больше скажу. Я даже видела, как они общались. Ну все, теперь жди, свататься придет. Чего ты смеешься-то? Смотрю, как ты будешь смеяться, когда она в дом твоего ровесника приведет. Да я только порадуюсь. Главное, попрошу, чтобы он меня папой называл. Да ну тебя. А что, папа Петя? Звучит. Костя, Костя, нам нужен какой-то план. Но не могу я позволить, чтобы мой брак вот так вот просто взял и развалился. Тем более, тебе знаешь, что скажу? Я уверена, что она моим Генкой просто играет. Привет, ребят. Может, вечером замутим шашлыки? А что с тобой? Ты подрался с кем-то? Я... Слушай, да он не помнит ничего. Напился вчера. Ну, я думала, что... Пойдем все вместе. Лен, ну какой все вместе? Ну есть у нас поважнее дела, извини. Ладно, я пойду. Слушай, хотя подожди. Присядь-ка, раздевайся. Что ж получается, мы с тобой вроде как 100 лет знакомы, да? То есть ты мне, можно сказать, лучшая подруга? Ну да. Вот, тогда значит ты мне не откажешь в одной маленькой услуге. Да, Марин, конечно. Че-че, в какой услуге? Наверх дуй, какой услуги, раны зализывай давай. Слушай, в общем, тут такое дело. Ну что, нагуляла аппетит?
Не. Мам, скажи, что со мной не так? Да все так. Ты у меня красивая, молодая, успешная. Правда, вот с самого детства вляпываешься во все передряги. Да, вот и опять вляпалась. Тут-то мое материнское сердце не на месте. Мамочка, и мое сердце не на месте. Ну, брось. А? Сколько у тебя этих увлечений было? И каждый раз одна и та же песня. Он самый лучший, он единственный. Нет, но теперь все не так. Ты каждый раз так говоришь. Пройдет 2 недели, переболеешь, забудешь, как его звать. Нет, не забуду. Не забуду. Мамочка, он другой. Он не такой, как все. Я таких еще не встречала. Он настоящий, понимаешь? Просто он не воспринимает меня всерьез. Доченька, послушай меня. Этот мужчина не для тебя. У него за плечами целая жизнь. Столько всего. А вдруг он женат? Вдруг у него дети? Но не стоит он того. Ася, не думала, что скажу тебе это. Дочь, поезжай-ка ты домой. Займись работой и выкинь ты эту ерунду из головы. Мам, то есть, по-твоему, я здесь ерундой занимаюсь? Вообще-то я думала, что мой дом тут. Но, видимо, ошибалась. Спасибо за помощь. Ася! Ну ты что, жить теперь здесь будешь? Я думала, ты пришел Костика прощения попросить. Это я прощения просить? За что? За то, что он маленький глупый мальчик? Вообще-то этот маленький глупый мальчик мой брат. Ну да. Глупость это у вас семейная. Не смей меня оскорблять в собственном доме, понял? Ну, пойдем ко мне, там можно будет? Ну стой, Марин. Ну прости меня. Пришлось немного проучить твоего братца. Ну что, я защищался. Это все? Больше ни за что не хочешь прощения попросить, нет? И что еще? Кашу с утра варил, кажется, кастрюлю жёг. Я с тобой никогда не бегал, бегать не собираюсь. Как закончишь дуться, возвращайся домой. Че, ушел? Прикинь, даже глазом не моргнул, а? Ну ничего, им меня обмануть не удастся. Что будешь делать? Не знаю. А ты куда? Я в магаз, купить что-нибудь? Молока купи. А,
Слушай, а заодно скажи-ка тете Люсе, пусть она своим сыном приглядит. Потому что если эта пигалица вот тебя хомутала, а потом на женатых перешла, то получается, мы тут все в опасности. Слушай, так он же косой на один глаз. Слушай, я тебя умоляю, а? Ее это не остановит. Что, ждешь? Стол, мой хороший. Идем. Пойдем кушать. Пойдем, 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 пойдем. Иди сюда. Катерина Ивановна, здравствуйте. А, Леночка, здравствуй. Проходи, милая. А я Кася, она дома? Так нет, ее ушла. А я думала, она с вами гуляет. Нет, не с нами. Ну, я тогда попозже зайду. Хорошо. Всего доброго. Пока. Спасибо. Ешь, ешь, ешь. Давай. Привет художникам. Ты что, со мной здороваться не хочешь? У меня чаек получше был. А моя дочь тоже рисует. Вру. Она не рисует. Она ничего не умеет. Но машина у нее хорошая. Так это ваша дочка была? А ты что подумала? Ничего. Ничего? Нет. Зря. Ну, я рисую немного. Я просто художественное училище закончила. А я преподаю геологическом. Захар Андреевич Осипов. Доктор геологических наук, профессор. Но в таком случае Анастасия Петровна. Очень приятно, я знаю. Можно просто Ася. Руки замерзли? Пошли ко мне. Чай пить. Да нет, я еще дорисую. Не? Держи. Свой чай. Дурочка, застегнись. Замерзнешь. Отвечать потом за тебя. Захочешь, я жду. Анастасия Петровна. Ну что ты меня ждешь? Ну пойдем. Пойдем со мной. Ген, спасибо. Выручил. Пожалуйста. Обращайтесь. Генка! Генка, я самый счастливый человек на свете! Ты чего? Генка, ты даже не представляешь, что со мной произошло. О, девка, ни стыда, ни совести. Ты промерзла все. Давай, домой заходи. Ген, я тебе сейчас, такое расскажу. Генка, у меня такое произошло. Так, так. Чаю хочешь? Не, не хочу. Давай, помогу. А, кстати, а где Марина? Да мы с ней немного поругались. Из-за меня? Да при чем здесь ты? Просто Марина такой человек, ее хлебом не корми, дай поревновать. Ладно, что у тебя там произошло? У твоего деда оказался не менее симпатичный сынок? Ну, во-первых, он не дед. Во-вторых, Генка,
Он меня пригласил на чай. Представляешь? А еще он меня назвал дурочкой. Круто, да? Это что, типа комплимент такой? Ну, ты просто не понимаешь, как он это сказал. Чай будешь? Не, не буду. Ген, хочешь, я поговорю с Мариной? Ну, мы же с тобой как брат и сестра. Ей не надо ревновать. И я вообще не претендую. Да это понятно. Перестань, выкини из головы. Перебесится, сама вернется. Генка, я побежала. Давай. Счастливо. Уши не отморозь. Слушайте, ну, может, все намного проще, и между ними ничего нет. Лен, ну я своими глазами все видел, ну. Нет, решено. Значит, я ночью иду домой и застаю их врасплох. Да ладно тебе, Марин. Знаешь, как говорят, меньше знаешь, лучше спишь. А я жениться на ней хотел. Так, ты мне тут не перегибай. Что? Так, ребят, я домой, ждать больше не могу. Давай, дуй. Это ты по поводу того, что Настя жениться хотел? А, не-не, это я так образно сказал. Ну, девчонка, она, конечно, ничего, но более сложная. Да нет, такая жена мне не нужна. А какая нужна? Ну, какая, какая веселая, чтобы шутки мои понимала. Не знаю, чтобы ничего не запрещала. Красивая, хозяйственная. Чего ты молчишь, Лен? Ну, а что тут добавишь, Кость? Ладно, давай до завтра. Давай. Пока. Пока. Так. А что это у нас тут за серая мышка объявилась? Голодная серая мышь. Сейчас прогрызу вам те шкафы. Очень вкусно. Я даже знаю, кто это готовил. Да? А вот кто-то на ужин не явился. Ну, на меня напала творческая меланхолия. Видел я твою меланхолию. Мама в мусорке нашла. Что нашла? Портрет нашего соседа. Неудачно получился, кстати. Ну да. Не то, что в жизни. Ну да, в жизни он намного лучше. Мне кажется, моя дочь наконец-то влюбилась. Пап, ну... Ну что сразу влюбилась? Просто хороший человек. Раз хороший, надо брать. Все, спокойной ночи. Че встал, ложись. Вот еще. Я наверху лягу. Ладно. То есть тебе настолько все равно, да? Слушай, не начинай, а. Так спать хочется. А что такое? Перетрудился за день? Ну. Доброй ночи. Приехала и музыку какую развела. Ты слышала? Какая? К нашему Генке. Генке? Да зачем она к нему пошла? Да как на шею? Генка, да как на шею повеситься ему? Да, наша Ася. Катя, Катерина. Да.
Так что, что? В городе ты, может, у них так принято, ты своих мужиков-то... Так, я пошла. Береги. Хорошо. Я сейчас тебе привяжу. Да, спасибо. Слыхали? Да. Видели? Генку-то видели? Вообще понимаешь, что ты говоришь? Да я никогда в это не поверю. Ну, мне тебя обманывать незачем. Хорошо, я с ней поговорю. Mm-hmm. О чем поговоришь? Ну, я, пожалуй, пойду. Да нет, тетя Люсь, давайте я сама с вами поговорю. С тобой мне вообще говорить не о чем. Самой не стыдно? Так хоть родителей не позорь. Вы о чем? Хм, смотрите-ка, сама невинность. Вчера налетела на Генку, как стервятник. Чем чужих мужиков уводить. Лучше бы своего нашла. Найду, не переживайте. Может быть, я уже нашла. А с Генкой мы просто друзья. Так всем и передайте, кому вы уже успели растрепать. Да никому ничего я не трепала. Так, тетя Люсь, все, отбой тревоги. Все отлично. С Маринкой я поговорю. Угу. Ну-ну. До свидания. До свидания. Завтрак на столе. Мам, ты чего? Ты обижаешься? Дочка, давай серьезно поговорим. Мне эти слухи в деревне ни к чему. Ты не успела приехать, развела тут не пойми что. Кать, ну зачем ты так на нее? Да, я скажу. Я не знаю, слухи это или нет, но я не хочу, чтобы моей дочери говорили такие вещи, что она прыгает на женатых мужчин. Мам, ты сейчас серьезно? Ты серьезно веришь всему, что говорят? С вами все понятно, родители. Счастливо. Ася, да куда в пижаме-то? Ася! Зачем ты дочь обидела? Она еще глупая и молодая. Эти местные, они съедят ее. Да ей самой палец в рот не клади. И все же так будет лучше для всех. Тебе общественное мнение важнее дочери? Дорогой мой, мне важнее ее счастье. Здесь она его точно не найдет. Как дела? Все хорошо.
Вот это да! Привет, девчонки! А? Я слышала, у вас пижамная вечеринка. Нет? Ладно, я шучу. Кстати, это неплохая идея. Надо записать, мы каждый месяц можем проводить пижамную вечеринку. Боже мой, как я скучала по тебе. Смотри, привезли новые палитры, наклейки, будешь смотреть? Нет, нет, мне срочно нужно привести себя в порядок, я спешу. Поняла. А что с маникюром? Олечка! Полина, наш новый стажер, сделает тебе нормальный маникюр. Да, только мне нужно что-нибудь нейтральное. В смысле? Уверена? Абсолютно. Как скажешь. Так. Это что? Чего что? Что мне сделать, чтобы со мной нормально начала разговаривать? Как заслуживаешь, так и разговариваю. Слушай, я тебе грублю, тебе не нравится. Я с тобой нормально разговариваю, ты вообще на шею садишься. Я тебе вон этот, как его? Ланч приготовил. Угу. Первый раз в жизни, спасибо. Знаешь что? Так, извиняйте, ланч? Ты приготовил мне. Ты чё? А ты чё? Ты чё это? Очень вкусно. Молодец. Чё, всё? Чё, всё? Ты чё, Ген? Ген, ты чё? Да я вижу, что всё. Я говорю, Ген, я не проживала. Дура. По башке бы дал, иди я сюда. Я подавлялась. Так? Ага. И есть с Петроком сердце. Ладно. Они сейчас в экспедиции. Угу. Материалы пришли на следующей неделе. Угу. Так что будем ждать. Понял. Хорошо. Будем звониться. Пока. Здравствуйте. А у вас есть книги по геологии? Да тут все по геологии. Может, какой-то конкретный автор, конкретная тема? Да, скажите, а у вас есть книги преподавателей вашего вуза? Разумеется. Самые популярные, вот. У Захара Андреевича очень интересные и познавательные книги написаны, очень доступны. Человек с таким бесценным опытом. А вы, кстати, не опаздываете на лекцию? Что, простите? Простите, я подумала, вы с его курса, у него же сейчас лекция. А, да, да, спасибо, я как раз туда и бегу. Так, вот, держите, спасибо большое. Да, ну, подожди. О, это очень интересно. Но я вам об этом расскажу в следующий раз. А сейчас, так, записали? Девушка, да, вот вы опоздавшие. Пройдите, пожалуйста, ко мне. Вот вы нам и ответите. Где? На территории России впервые были найдены залежи алмазов. Не знаете. Садитесь. Два. А чего сразу два? Так она же новенькая. Давайте я отвечу. Не надо. Тема алмазов будет в следующий раз. А... Интересно. Ну-ка, снимите свой браслетик. Друзья, прошу внимания. Посмотрите, пожалуйста, все сюда.
Какой камень у меня в руках? Гранат. Совершенно верно. Черный гранат. А это, конечно, не совсем так. Дело в том, что черный гранат обладает стеклянным отблеском, поэтому его чаще всего подделывают. А теперь ответьте мне, как отличить натуральный гранат от подделки? Никто не знает. А я знаю. Надо взять простой ключик. Держите. Держите. Повыше. И сделать вот так. Обратите внимание. Рассказываю очень интересные вещи. Ноль эффекта. Теперь берем настоящий, натуральный черный гранат и делаем так для вас. Раз. И медленно отпускаем левую руку. Оп. Вопрос, почему? Нет? Потому что гранат содержит в себе огромное количество железа. И чего? Вот вы смеетесь. Чаще всех и больше всех. Потому что в нем огромное количество марганца. Совершенно верно. А этот кусок граната, с вашего разрешения, я подарю вам на память о моей лекции. Сделайте. Повеситесь. Будет очень красиво. Теперь садитесь и запишите. Какие интересные книги вы читаете. Пожалуйста. Здрасте. Аська дома? Дверь закрывай, дует. Ася уехала, Гена. В смысле? Как? И даже не попрощалась? Ген, а вы не наобщались? Мы хотели просто на снегоход покататься, а Ася хотела... Геночка, скажи, а тебе кроме моей Аси больше не с кем гулять? Тебя жена не ревнует? В каком смысле? А потому что твоя Марина по деревне слух распускает, что моя Ася на тебя прыгает. А-а-а. Ясно. Извините. Я все решу, извините. Ну, ты мать и выдала. Я из-за этих оборванцев с единственной дочерью поругалась. Так позвони. Сама выгнала? И сама звать? Нет, не могу. Хорошо. Я обратно позову. Что-то я не помню, что я какая-то такая в сером. Я тебя даже сразу не узнал. Но я все-таки в университет пришла. Понятно. Тебя кто-нибудь подбросит? Нет, я на своей. Да? А что-то я нигде не вижу. Не понял, нигде не вижу самоката. Спасибо за познавательную лекцию. Я старался. Ну ладно, если хочешь продолжения, пойдем куда-нибудь зайдем, поедим. Ужасно хочется жрать. А пойдемте. После лекции очень голодный. Пойдемте. Короче, решил я. Поеду я учиться. Куда? В город? А на кого? Да, какая разница. Ну, престижно же все равно. Знаешь, я не хочу всю жизнь сторчать. Хочется чего-то нового. А мы тоже хотели чего-то. А ну иди сюда. Ты что делаешь? Да ты что делаешь? Аська из-за тебя из деревни уехала. Из-за кого? Из-за меня? Да, из-за тебя. Кто здесь сплетни разводит, что она ко мне клеится? Может, Костику надо или Ленке вот? Да мне вообще-то распускать ничего не надо. Ты вообще вас видел, вы от друг друга не отлипаете. Я не пойму, а что мне делать? Ждать, пока она тебя уведет? Дура, что ты несешь? Она же мне как Вика. Марин, погоди, я что-то ничего не понимаю. Ген,
Марина, кто такая Вика? Никто. Сестра его младшая. Сестра у меня была. Родители уехали, нас вдвоем оставили. Пошли мы, в общем, на речку купаться. Не доглядел я. Подожди, я не понимаю, так у тебя с Асей что, ничего не было, получается? Да нет, конечно. Она мне как сестра младшая. Прости, я не знал, что у тебя была сестра. Не знал и не знал. Шашлык сожгли. Ну не плачь. Путешествовали, меняли страны, города. Вон искали месторождение нефти, алмазов. А почему вы осели? Почему стали преподавать? Не скучно? Ты знаешь, нет, не скучно. Я бы даже сказал, интересно. Мне очень интересно общаться с этими ребятами. Знаешь почему? Они на меня очень похожи. Они, как ни странно, что-то хотят. И ты посмотри кругом. Никто ничего не хочет. В офисе сидит круглый день, штаны протирай. Такая тоска. Это вы на меня намекаете? Я вообще-то... Ну что ты? Ты исключение. Знаете что, Захар Андреевич? Спасибо за фокус. Анастасия Петровна. А кто вам сказал? Что это был фокус? Ну что, по-моему, ничего, посидели? Да, замечательно. Спасибо за общение. На здоровье. Будет желание, приходи на лекцию. Ну, может быть, зайду. Ну, может быть, зайди. Читай. Хорошо. Пока. Пока. Да нет, спасибо, не надо. Или помочь? Не надо, я сама справлюсь. Спасибо. Ну смотри, пока. Пока. Давай. Давай, 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 давай. Черт, 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 черт! Ну что, аккумулятор сдох. Поехали.
ты задавай. У меня нет вариантов. Ой. Ну все, приехали. Спасибо, что подвезли. Да ладно. О чем ты? Ну что? Папа, целоваться не будем. Счастливо. Пока. Иди в дом. Сусед, открывай ворота! Здорово, сосед! Привет! Берешь козу? Смотрю, давненько твоя жена на нее глаз положила. Здорово! Смотри, смотри, какая была! Какие глаза, а? Шерсть какая, золотое руно! Здрасте! Здрасте! Хороша коза, не спорю. Дочь, хочешь посмотреть, а? Что ты нас позоришь? Молчи, женщина. Смотри, какой товар. Нет! Нет! Генка, вставай! Слушай, там такое происходит. Где? На улице, вставай! Ё-моё! Держи. А молока много ли дает? Ну, творог. А сыр хватит? Молодая еще лет 10 прослужит. Дочь, иди-ка сюда. Пап. Не пущу, мама. Не пущу. Вот. Волосы, зубы, ногти. Все по первому разряду. Ну, весь, правда, поменьше, чем твоя коза. Но в целом, как говорится, натуральный обмен. Что вы здесь устраиваете? Не знаю. Не знаю, не знаю. Конечно, коза в хозяйстве поважнее будет. Ну ладно, договорились. Бери. Обалдеть, а? Ну, Васька, добилась ты своего. Чего? Чего-чего? Пойдем. Куда? Вы вообще о чем? Вы сейчас... Дочь, хороший вариант. Кому я тебя еще за козу такую отдам? Все, взрослые решили. Я тебе этого никогда не прощу. Ты мне еще спасибо скажешь. Может, хоть он ее приструнит. Все, народ, концерт окончен. На свадьбу приглашены все. Какая свадьба? Ты что, с ума сошел? Ну что, зеваки? Идите, куда шли? Расходимся, расходимся. Захар, нам надо поговорить. С удовольствием. Конечно. Ну что стоим? Концерт окончен. Все, до свидания. Объясните мне, что здесь происходит? Что, что? Ну, нравишься ты мне, что? И родители у тебя нормальные. Погодите, а когда вы успели договориться? Нормальные мужики всегда успеют. Но я ничего не понимаю. Ну, вы меня даже не знаете. Раньше женихи своих невест вообще до свадьбы не видели. Успеем познакомиться. Ты готовить умеешь? Ну, как сказать? Погодите, какая свадьба? На ужин. Сделай шутку. Хорошо. Ну, я пошла готовить? Иди. Или ты хочешь, чтобы они опять по углам прятались и про нашу дочь по всей деревне слухи ходили? Ты вообще понимаешь, что ты говоришь? Она тебе этого никогда не простит. Скажи, что ты пошутил. Милая моя, я, ты знаешь, всегда тебя слушаюсь. Но тут позволь мне сделать этот выбор. А она от него сбежит. А домой не пустим. Петь. Слушай, слушай, я серьезно. Ты же сама сказала, она в него влюбилась. А вчера ночью, когда я видел их вдвоем, у меня внутри как будто что-то кольнуло. Сколько у меня этих пацанов было? Никто с ней справиться не мог. Настоящих мужиков не осталось, ты сама знаешь. А этот, он ее полюбит по-настоящему, по-мужски. Короче,
Если ты хочешь, чтобы твоя дочь была счастлива, не лишай ее этой возможности. Все. Захар, скажите, а я вам правда нравлюсь? Какая же ты дура. Ей-богу, я начинаю жалеть, что я лучшую козу отдал твоим родителям. И перчику. Перчику побольше. Готовь, готовь. О, ну вам же сказали, концерт окончен. По домам, ребят. Мужик, молодец. Спасибо за внимание. Спасибо, что не разошлись. До свидания. До свидания. Молодец. Что делается?